Чебуреки с рыбой ничуть не хуже, чем чебуреки с мясом. Даже с банальным минтом получается очень вкусно. Делюсь рецептом. При этом, чем благороднее рыба, тем вкуснее будут ваши чебуреки. Хотите разнообразия в домашней кухне? Тогда приготовьте рыбные чебуреки, которые получаются ничуть не хуже мясных. Сделать это очень просто. Смотрите пошаговый рецепт и готовьте с удовольствием. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Просейте муку в миску для замешивания теста. Сделайте в муке углубление. Влейте в него стакан кипятка. Взболтайте один яйцо, всыпьте щепотку соли, добавьте растительное масло, все смешайте. Добавьте масляно-яичную смесь к мюлкее. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Замесите тесто, вымешивайте до гладкости и однородности, переложите тесто в полиэтиленовый мешок, на то время, пока готовите рыбный фарш. Очистите рыбу от костей и кожицы, приготовьте фарш с репчатым луком, посолите, поперчите, вбейте в фарш один яйцо, хорошо размешайте. Сделайте из теста колбаску, нарежьте на кусочки, раскатайте тесто в тонкий пласт, муку при раскатке теста добавлять не надо, тесто очень эластичное, раскатывается очень легко, выложите на половинку теста рыбный фарш. Накройте второй половинкой теста, обрежьте край фигурным ножом, хорошо скрепите края теста. Таким же образом приготовьте для жарки все чебуреки. Жарьте чебуреки с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде в растительном масле до румяной корочки. Подавайте рыбные чебуреки горячими, но они и холодные тоже очень вкусные, попробуйте, не пожалеете. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Рыба, 500 грамм, любая. Яйца, 2 штуки, 1 яйцо. В тесто, 1 яйцо. В фарш, вода, 1 стакан, кипяток. Масло растительное, 200 грамм, 100 грамм. В тесто, 100 грамм, для жарки. Соль, 2 щепотки, 1 щепотка. В тесто, 1 щепотка. В фарш, лук репчатый, 1 штука, черный молотый перец, 1 щепотка, мюка, 3-5 стакана, количество порций 20-25. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Жду снова и желаю вкусного дня.